Все-таки решил продолжить я видео сегодняшнее, подцепил тут и лампочку, и все. Ну, решил простое сделать, просто вот прицепить наши мозги. Сейчас я куда-то установлю телефон, чтобы вам здесь все было, как говорится, видно и понятно. Наверное, вот куда-то вот сюда. Так, вот эти болты видно. Здесь я буду сейчас работать. Телефон будет вот здесь вам снимать. Вот как-то, блин, как-то вот так. Комментировать, я думаю, здесь нечего, в принципе. Здесь примеряю пока, так что не обращайте внимания на то, что все тихо. Я потом удалю там лишнее. Так, ну, в принципе, все понятно. Его надо удлинять каким-то кронштейном. Так, ну, посмотрим, что там у нас есть в монтажном наборе для крепления. А нет, значит, примкнем к дедовскому сундуку. И будем рыться в нем. Так, смотрим, что тут есть. Вот такие уголочки есть. Но они... Это для крепления трубки снизу, они нужны будут. Короче, нету ничего того, что нам бы помогло прикрепить наш диджитроник. Так, дедов сундук. Вот он был открыт. Я здесь нашел вот такие вот штуки. Это для крепления трубы, но нам как раз вот так. Вот здесь отпилю сейчас. Должно подойти. Идем мерить. Ну, довольно. Довольно прочный металл. Ну, отлично. Так, теперь будем сейчас резать. Работать инструментом. Болгаркой, дрелью. И болтами. Блин, я поснимать, наверное, это не смогу, но понятно, что вот я держу палец, где надо отрезать, такую же сделаю и вторую, прорезать здесь дырку. Ну, собственно говоря, наверное, по съемке на этом пока точка. Я сниму, потом начну, продолжу с того момента, когда я уже сделал изделие. Ребят, ну, в общем, подточил я. Вот такие у меня получились кронштейны. Так, сейчас, где наш диджитроник? Вон он здесь стоит. Так, я там мерил, вымерял. Получается, где-то вот так он будет стоять. И вот так. И вот так вот. И будет хорошечно ему. Так, ну все, пошел этот болтык. Ребят, смотрите, что нашел. Краска вообще. Всем на будущее.
когда вы нарушаете целостность оцинковки в любом металле, в эти места обязательно краска, иначе время их не будет. Все очень просто. Газа нет. Так, сейчас у меня там еще один был, попробуем. Так, нашел еще один, но он совсем что-то пустой. В нем воздух есть, но он не брызгает. Так, сейчас я его вскрою и так кисточкой пройдем. Так, есть, вскрыл баллон. Но делать этого нельзя, как вы понимаете. Но, как вы понимаете, я это делаю. Так, там есть на дне чуть-чуть краски. Сейчас мы вот так вот это дело. Будет у нас охренительные кронштейны. Так. Ну а пока сохнет краска, попробуем подобрать болты. Десятки, али восьмерки. Не, десятка входит. Значит, будем ставить десятку. И вниз туда тоже десятка входит. Входит. Ну, прикрутить будет сложно. Особенно нижний. Он вообще как-то... Что-то я не подумал, блядь. Как-то он вот он чуть-чуть шатается, бачите, его, наверное, вот так вот и вытаскивают, этот блочок. А это что за блок? А это мозг машины, нихуя себе. Ну так будет рядом с блоком машины стоять газовый блок. И что же мне делать? Сейчас придумаю. Так. Поближе вам. Значит, ребят, не могу я туда болт вставить. Я тут уже все почти перепробовал. Вот единственный метод, который я еще... который я еще не наигрался, это метод так, наверное, все-таки аккумулятор сейчас сниму, блять, или нет. Хер его знает. В принципе, здесь-то нечего снимать. Немножко его в сторону. Так, сейчас.
придется полностью, бля, снимать его. Ну ничего, раз начал, значит полностью снимем. Вот такой набор пришел с Китая, на Алиэкспресс заказал. Вот первый раз пробуем, как это работает. Так, на 10 надо, да? Так, 13, 12, 11, вот это 10. 10, да, 10. Так, это закручиваем, откручиваем. О, да вы шо? Сейчас я только выключу зажигание в машине. Ну, точнее, это было не зажигание, а просто радио работало. Ключ был вернут. Так, аккумулятор. Да, важно, когда снимаете аккумулятор, всегда его ставьте обязательно на сухое место. Иначе потом наиграетесь. Я однажды наигрался с аккумуляторами. Так, ну вот место. И опять, блядь, 25. А, ну вот его просто можно было там тоже дернуть вверх вот так. Раз. Ну, как видите, чтобы в некоторые места подлезть, вам придется снимать агрегаты. Никуда вы от этого не денетесь. Ну, сейчас мы аккумуляторы не будем ставить. А вот здесь вот все и зафиксируем. Так, это был болт на сколько? Это был болт на 8. Получается 8, 10. Ну черт с ним, пусть будет там 8. Так, краска с одной стороны высохла, а вот с другой стороны еще не очень. Я пока сейчас тогда... Я сейчас тогда посушу еще краску маленько, на паузу пока. Так, ну кронштейн просох, вот такая вот получилась штука. Ну, с этой стороны еще не совсем просох, ну, в принципе, уже можно его пытаться заворачивать потихоньку. Так. Так, ну, к сожалению, шайбы только вот с той стороны хватило. С этой будут только контргайки. Так, я понимаю, что не видно. Так не видно вам, да? Сейчас попробую. Вот так. Вот так должно быть видно. Так, ну никто не говорил, что будет легко. Здесь вообще все нелегко. Очень вот здесь вот именно. Сейчас главное зацепиться. Маленький болтик, маленькая гайка.
Ей, зацепился. Так, чем крутить? А крутить мы будем на 8. Слушайте, ну вот этот китайский набор, он меня реально сейчас должен спасти. Вот она гайка. Ставим на закрутить. И, о чудо, оно все работает. Потихоньку, не спеша, крутим. Крутим. Так. Ну, почти закрутил. Ну, вот еще одна проблема. Вот здесь не подрасчитал. А у нас... Здесь диджитроник должен становиться. Откручиваем. Ну, немножко приспускаем. Откручивать не надо. Мы туда сейчас сначала засунем болт. Вот так. Вот сюда сейчас засунем болт, а потом закрутим. Ну, как хотите, я сюда не буду ставить контрагайки. Не получается, придется снимать полностью. Не отодвигается настолько, насколько нужно. Хотя вот сейчас должно получиться. А вот сейчас контрагайка реально вообще мне именно жизнь портит. Ну, блять, болт упустил. Я его уже там не найду, это невозможно. Или найду. Нет, по-моему, он уж туда куда-то улетел. Угу, чтоб он никуда не попал. Никуда не попадет. В принципе, я машину перебрал много. Так, подождите секунду, возьму другой болт.
Так, нашел пару болтов, но я не рискну их ставить, пока не проверю. Их надо проверить. Что-то вот болты, смотрим. Вот такой у меня здесь гараж, понятно, что нет. Ну, этот болт слизанный весь не подойдет. Что-то вот еще десяточка болты, да? У меня тут как бы запасы есть, имеются, но я вот наткнулся на то, что они со временем ржавеют. Так что, друзья, сильно запасаться на века не надо. Есть, это отличный болт. Вот его мы и будем использовать. Так, гаечку сюда. Болт, ну, главное в этот раз его не упустить. И, наверное, все-таки я, бля, сниму кронштейн, потому что еще одна гайка ушла. Ну, собственно говоря. Так, вот он болт. А, ну не мудрено, что я его не мог. Вы видите, что? Десятка-то не входит. Придется восьмерку ставить. И не мучиться. Поставлю восьмерку и не буду париться. Еще раз одеваем. Краску всю уже содрал. Ну и бог с ней. Так, а здесь вот получится вот немножко вот как-то вот так. Видно вам или нет, вот смотрите. Он будет немножко выпирать, потому что вот так. Ну, можно на самом деле немножко и дальше его продвинуть, поставить. Так, я, наверное, вот сюда вот тоже не буду ставить контрагайку, бо она только хуже делает, и с ней настолько неудобно, что просто кошмар какой-то. Значит, вот так. Есть. Ага, у меня значит закончились восьмые гаечки. Сейчас я еще восьмых гаечек найду. Будем снимать болтов попутно. Вот что такое гаражные дела. Когда ты сам себе, не знаю, кто пользуется СТО, конечно, флаг в руки, ребят, вам, но я однажды, у меня был гольф второй, и что-то гремело, я не понимал, что, я еще был молодым 20-летним. Гремело что-то в ходовке. Я приехал на СТО, мне сделали рейку. За 1500, мы еще тогда в Украине жили, крымчане, за 1500 гривен сделали мне рейку. Так, вот этот вот болт придется переворачивать, видите? Кронштейн не совсем подходит, кронштейн придется немножко подпилить. Ну, сейчас доработка. Доработочка. Так, кронштейн я решил не пилить. А просто перевернул. Значит, мы вот это вот дело сейчас немножко вот так поменяем. Шайбу на гайку. Кронштейн, вернее, контрагайку оставим на болте. А шайбу
перевернем на гайку, чтобы у нас гайку не заклинило, если вдруг что. Так, ну-ка. О, оно. Почти оно, да? Расстояние, блин. Не учлось мною. Придется, наверное, кронштейн переделывать. Ну, так не оставишь. Оно как-то не очень и смотрится, и выглядит. А если удлинить немножко кронштейн, сделать его длиннее, то должно все быть хорошо. Вот так плохо, вот так было бы здорово. Самое оно было бы. Так, пошел я делать новый кронштейн. Так, ну что, я попробовал не переделывать кронштейн, вот больно это долго. Я просверлил новые дырки в новых местах. Сейчас попробуем, что это мне дает. Ну вот, вроде бы он должен встать. Так, давайте попробуем на, так сказать. Потом уже прикрутим большими болтами. А сейчас пока вот. Ну, не большими болтами, а с гаечками все как положено. А пока чисто просто прихватить, глянуть, будет ли оно красиво держать, так как я хочу. Вот вроде бы как держит, надо восьмой. Это тоже десятый, ну, пролезет, пролазит. Ушел. Это руки дрявые, блин. Красивый такой болт. Не ржавый. И он ушел. Ушел, но он ушел и не сказал, что он будет возвращаться. Нашел. А вот болты, походу, аж туда вниз упали. Гайку на 8. Ну хорошо, гайка на 8. Тоже. А болты улетели, да, аж туда аж. Ноги засверкали, как говорится. Только у болтов, если у них ноги. Так, ну есть у меня еще ржавый один. Ну, не ржавый, а такой. Попечальней, конечно, того. Ну, придется и Машу делать. Ага, тот пролазил, а этот не пролазит. Восьмерку просит. А ну вот этот, а этот пролазит, тоже десятка, но пролазит, это как понять? Вот так и понимай, эти болты. Одна десятка не пролазит, другая десятка пролазит. Так, есть. Ну вот, в принципе, и все. Вот так мы смонтировали
за хренову тучу времени, почти час я убил на то, чтобы создать вот здесь условия для болтов. Сейчас я сниму нижний кронштейн, наверное. Ну да. А, не, вот так. Прикручу. Вот таким вот образом. Только здесь нужна, блядь, шайбочка. Шайбочка нужна. Вот шайбочка. Контргаять не буду, хотя надо бы, но неудобно, ужасно неудобно. Хотя странно, что ремонт он вообще неудобный, да, сам по-своему, а доработки какие-то, как сейчас. Так, это у меня стоит 8 миллиметров, то что надо. Кстати, ключ этот 800 рублей стоит на Алиэкспресс. Ну и вот так одной рукой держите, а другой крутите. И все у всех получится, я уверен. Так, сюда мы договаривались ставить шайбу. Шайбы не будет, будет контргайка. Так, есть. Есть. И последний штрих. Не встает. Не встает. Почему не встает? А потому что сейчас пойдем, сейчас я еще кронштейн, вот этот вот край уберу на токарном станке. Потому что он и не встанет. Его надо чуть выше поднимать. Для этого надо край подточить. Так, вот так я подточил. Ну, вспоминаем правила. Красим поврежденное. Вспомнили правила и ставим назад. Подкрасили, ставим назад. Главное сейчас не пачкаться. Все в краске, времени нет. Уже, блядь, 10 часов. Я себе на установку дал максимум до 10. Максимум, а уже 10, и я не успеваю. О, как родной. Ну, заходишь ты. Ну, будем считать, что у меня получилось.
Где-то там упоры какие-то, где-то чего-то не заходит. Так, все, значит, я сейчас подкручиваю, затягиваю, вернее, и монтирую до конца. И на этом по установке мозгов, ну, на место для мозгов. Все, потом еще будет у нас много видео по настройке, по как ставить, как, вернее, подключать всю электронику. Ну, это все впереди. Так, пинцет. Милое дело. Так, а я еще сюда хотел между ними ставить перегородочку какую-то. Сейчас найдем какую-то перегородочку красивую. Ну, не знаю, насколько красивую, кому как. Не, это большая. Это хорошее, но некрасивое, да? Тихо. Споймал, блядь. Чуть не улетело. Так. Красивое, некрасивое. Я чувствую, что сейчас я поставлю эту. Ну. И правильно, я ее и поставлю, только переверну. Вот сюда направим. Ну, устал я просто уже. Еще и работаю. Ну, все мы работаем, понятно. Еще основная работа. И вот занялся. Посмотрим, блядь, сколько я буду экономить в итоге. Так. Как вы думаете, контргаять? Ну, наверное, да. Хотя бы одну. Боже, там везде нет. Внизу тоже нет. Все, мне кажется, скоро... Вот так. О! Как вкопанный. И не туда, и не сюда. Смотрите, обозряйте. Вот что получилось. Вот мозги бензиновые, а вот мозг газовый. Красота. Так, потом вот он сам наш шнур. Вот это... Голова направлена будет вниз, как раз вниз будут уходить провода. И вон он вот туда вот встанет. Ладно, это уже будет потом. Ставлю назад. Смотрите, наслаждайтесь. Дальше установка аккумулятора.
потом будете писать мне, какой я нудный. Но я же еще раз говорю, это будет потом. Опа. Вот это и вот это надо. Так, все помнят, да, что сначала одевается клемма плюсовая всегда, потом одевается клемма минусовая резко. И потом они затягиваются. Только не так, чтобы сломать ее, а по-нормальному. Слушай, нравится мне этот ключ. Ой, я его вижу. Да, трусить им не надо. От плохо, ну, понятно. Уже сразу начинает плохо держаться. Видите? Вот вам и китайская. Хотя он должен держаться так. А, ну вот, держится. Короче, что-то было с этим механизмом. Не, ну... Ну, короче говоря... Короче говоря, пипец. Китайцы молодцы, но не так, чтобы прям очень. Так. Музыку пока включить, что ли? А вот это уже, кстати, советское. У меня это дедушка мне отдал. Это вещь, блядь, вечная. Там еще коробка такая, потом покажу, пластмассовая, с этими гайками. Вот он. Сколько ему лет, черт его знает, но работает все. Так, есть аккумулятор закреплен, здесь все убрано, сделано. Так, вот это не забыть забрать. Не забыть забрать. Так, крепим, собираем назад китайский инструмент. Вот это здесь. Это вот так. Так, пока мозги. Возвращаем на место. Я на сегодня все, ребята. Я буду уже завтра продолжать. Ну, вы видео пока ждите, видео, а потом, когда уже все это закончится, уже просто смотрите их подряд, да и все. Опа. Да, ну и с ключками, конечно, аккуратненько все это надо делать. Потому что сами понимаете, что краска. Вот, кстати, комплект. А, ну у меня уже подсветка не работает, камера уже сдыхает. Ну вот такой советский комплект в коробке. Так, я все убираю, все, до встречи, до следующих видео.